Обратим внимание на примеру обновленного Skoda Rapid Spaceback. Модель продемонстрировали в спортивной версии Монте-Карло. Многочисленные элементы внешней отделки здесь выполнены в черном цвете. Длина компактного автомобиля составляет немногим более 4 метров. В задней части машины наиболее заметным изменением стало заднее стекло увеличенной площади, которое плавно переходит в верхнюю кромку двери багажного отделения. В интерьере Rapid изменилась передняя панель, дефлекторы обдува и блок управления климатической установкой. Кроме того, у моделей обновились мультимедиа-системы, их экраны стали больше, есть возможность подключения к интернету. Среди доступного оборудования для пятидверки значится система автоматического переключения света фар, противотуманки с функцией подсветки поворотов, системы контроля давления в шинах и контроля дистанции спереди, 6 подушек безопасности. We'll be right back.